Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш 90-й чемпионат «Опасная зона». И прямо сейчас бой с участием сразу трех рестлеров. Встречайте первым! Рост 183 сантиметра! Да, сейчас просто позитив среди фанатов независимой федерации рестлинга, потому что выходит Серж Салива. Крис Рейв на ваших экранах, да, как сказал Михаил Вахнеев. Ждет нас тройник, и я думаю, что это будет очень зрелищный тройник, потому что уже два именитых рестлера на ринге. Это Крис Рейв и Серж Салива. Два больших раскачанных атлета ожидают третьего участника боя. Встречайте! Я думаю, по скандированию фанатов можно узнать, кто это. Рост 170 сантиметров. Вес 90 килограмм. Да, третий участник этого матча — это Владимир Кулаков. Стопроцентная уверенность. Со стопроцентной уверенностью выходит Владимир Кулаков. Посмотрите, сколько плакатов у фанатов Владимира. Штук 7, по-моему, я насчитал. Да, с полной уверенностью в победе выходит Владимир Кулаков. Но я вам скажу, что и Крис Рейв, и Серж Салливан тоже настроены на победу в этом матче. И тройник будет очень сложный для всех его участников. Итак, все готовы? Судья спрашивает рестлеров, готовы ли они. Гон! Да, фанаты явно на стороне Владимира Кулакова. Можно сказать, психологическое воздействие такое, когда фанаты болеют за рестлера, а за других чуть-чуть менее болеют.
Вот они, фанаты Владимира. И Рейв не стал залазить на канаты и выяснять, за кого же публика будет болеть. Чоп Владимиру. И Серсалин тоже проводит чоп Владимиру Кулакову. Страшный чоп в ответ и удар локтем. Рейв даже падает и клоузлайн, точнее лариат, проводит Владимир Кулаков. Запуск мимо клоузлайном, и Сер срубает сейчас Вову. Посмотрите, даже что-то отлетело. Брейнбастер! Нет, Владимир заблокировал, и разбег, Рейв сразу проводит рентген, свой коронный прием. И удержание, но нет, тут Серж, конечно же, не даст провести его. И тоже хотел на брейнбастер, Рейв рентген, нет, оба заблокировали. Разбег чуть-чуть не попал под удар. Крис Рейв и летящий вот этот ногой проводит удар в голову Сержу Салливану. Страшный удар с разбега. Итак, армдрак реверсирует Серж Салливан. Удар в живот. Обрабатывает сейчас Криса Рейва. Чопы, чопы, много чопов. Запрыгивает на канаты. Нет, чуть-чуть сорвался, но армдрак все равно получился. Рейв знал, и Рейв чуть-чуть заблокировал Сержа. Второй армдрак. Отлично выходит, точнее уже третий. Уверенно и отлично держится Серж, но, конечно, Рейв ловит его на ошибки. Удар в голову. Рейв запрыгивает на канаты мимо. Тут же попадается под руки Кулакова. Бэкбади дроп. И хурикан-рана. Посмотрите, перевод в болевой. Сразу на болевой руки переводит Серж Салливан Владимира Кулакова. Нет, Вова дотягивается, по-моему, до канатов. Но тут Крис Рейв атакует страшным, страшным ударом в темечко Сержу Салливану. Обрабатывает руку Владимиру. И второй удар. Нет, Вова не намерен терпеть. И армбрейкер об колено от Криса Рейва. Раз, два. Нет, это не конец, это не конец. Что задумал Крис Рейв? Болевой на руку и на шею сразу же одновременно. Но тут Серж хотел атаковать Рейва. Рейв увидел и провел клоузлайн. Разбег. Заблокировал ураганного наездника Кулаков и проводит своего ураганного наездника. Посмотрите, Рейв втыкается головой в ринг. Тут же Серж. Ну, брейнбастер! Раз, два. Коронный прием Сержа Салливана. Заблокировали. Сейчас удержание. Крис Рейв заблокировал и не дал выиграть Сержу Салливану. Рейв разгоняет Сержа и belly to back suplex. Да, зрители разделились. Салливан, Кулаков. Рейв кричат все. И Рейв готовится к рентгену. Посмотрите, я такого реверса еще не видел. Серж упал вместе с Рейвом, но он откинул его чуть-чуть вперед, и получилось, что он заблокировал рентген Рейва. И Серж уже на третьем канате заводит фанатов, но что сейчас будет? Нет! Рейв прыгает на канаты, и Серж межножьем натыкается на угол ринга. Да, страшная боль, я понимаю, что сейчас чувствует Серж Салливан. Это
не только боль там, а еще боль в груди от чопа Фрейва. Второй чоп. Так, что-то сейчас будет очень страшное. Видимо, суперплекс, нет. А, заблокировал Серж, и тут же Вова, посмотрите, бомбу. А Грейв делает суперплекс. Это башня смерти. Вы видели ее? Вот это да. Все трое сейчас валяются. Зрители требуют суперкик от Владимира Кулакова. Судья считает, если до 10 никто не поднимется, то будет дисквалификация и бой будет остановлен. Кулаков на ногах. И Shining Wizard коленом. Сержу Салину тут же спайнбастер от Рейва. Ну, Салливан пришел в себя и... Вот это да, вот это приемище. И получает тут же удар по затылку от Владимира Кулакова. Вот это брейкер был от Сержа Салливана. Переломил сейчас грудную клетку Рейву. Тут Рейв сейчас борется с Владимиром Кулаковым. И обратный локоть прямо в нос попадает Владимиру Крис Рейв. Итак, Рейв на канатах. Прыжок! Торнадо DDT. Как гвоздь стыкается Владимир Кулаков в ринг. И удержание. Раз, два, нет. Серж, конечно же, на ногах, он знал. Рейв знал, но все равно попытался удержать Владимира. Удары в углу. В голову. Очень жесткий был. Сейчас. Теперь Крис Рейв на канатах. И вот такой энзигири от Сержа Салливана. Он сбивает с ринга Криса Рейва. И тут же Кулаков. Вот это да, вот это захват. Это обратная четверка вместе еще с энкл-локом. Посмотрите, еще на лодыжку воздействует Кулаков Салливану. И сдастся или нет? Да, сдается Салливан. Вот это да, обратная четверка, плюс еще энкл-лок. Я впервые вижу этот прием, который принес победу Владимиру Кулакову. Вот это тройник, вот это да. Сейчас дальше. Болит нога у Сержа. Действительно, захват еще, можно сказать, от Владимира Кулакова. Крис Рейв возвращается на ринг, да. Возможно, если Крис Рейв не сбил, а точнее, Салливан не сбил Крис Рейва с канатом, все было по-другому, но Рейв признает поражение, свое поражение и победу Владимира Кулакова.